Не я сказал. Вот. Немецкий философ Вальтер Шуберт. Советская власть его арестовала в Прибалтике, в Караганду и умирает в 44-м году. Философ великий. Что он говорит? Англичанин хочет видеть мир как фабрику, француз как салон, немец как казарму, русский как церковь. Англичанин хочет добычи, француз славы, немец власти, русский жертвы. Вот немец пишет. Правильно ведь пишет. И второе. Англичанин хочет наживаться от ближнего. Француз импонировать ближнему. Немец командовать ближним. А русский ничего от него не хочет. Он не желает превращать ближнего в свое средство. Это братство русского сердца и русской идеи. Все. Нам конец. Нам конец, если мы будем вот такой размазнёй, под каблунчиками, как англичане прибыль выжимать везде фабрики, как немцы командовать всеми, и никаких французских вариантов импонировать. Церковь – это внутреннее дело каждого. То есть мы должны стать другими.